Привет, друзья! И сегодня я хочу рассказать вам о инструменте, которым я пользуюсь. Напомню, для самых-самых альтернативно одаренных это не реклама. Эту хрень я купил сам за свои деньги. Что-то сейчас купил новое и хочу сравнить со старым, что у меня было. Но, тем не менее, ссылки на инструмент я все равно оставлю в описании, вдруг кому будет интересно. И начинаем. Я решил сделать эту рубрику. Немного ранее рассказывал о том, что купил сварку, и мы с вами пообсуждали это в комментариях. Кто-то писал хорошие вещи, кто-то писал не очень хорошие вещи, но неважно, каждое мнение важно. Сегодня хочу поговорить про шлифмашинки. Итак, у меня была вот такая вот орбитальная шлифовальная машина. Ей, ну, года 3, наверное, уже точно, может быть, даже чуть-чуть больше. Это самая простая и самая дешевая была на рынке, Вёрт называется. Покупал я ее года 3-4 назад. Что-то в районе 3000 рублей она стоила на тот момент. И ей уже прям совсем беда. Она очень сильно греется. Работать ей практически невозможно. И оборот очень сильно плавает. Скорее всего, двигателю кирдык приходит со временем. Ну и самый большой косяк, который мне всегда не нравился. Вот эта вот штука со временем тоже приходит в негодность. И начинает плохо держать липкие круги. Ну и сами липкие круги нужно покупать постоянно. Они стоят дороже, чем просто рулон бумаги. В итоге, буквально на днях, я наткнулся на распродажу на Озоне. Повторяю, опять же, это никакой не реклама. Я купил за свои деньги. И фишка вся в том, что я купил за такие деньги, о которых хочется рассказать, за копейки. Я купил вот такую шлифовалку от компании Deco. Она была в распродаже и купил ее за 850 рублей. Это самое главное. Не знаю, найдете вы сейчас за такие деньги ее там или нет, но... Она вот такая плоскошлифовальная, вибрационная, естественно. Также у нее есть вот эта пятка с самоклейкой. Но самое главное, что есть вот это вот зажимное устройство. Соответственно, вот спереди скоба. И, соответственно, такая же штука сзади. Это самое главное, ибо вот эти вот самоклейки, они хоть и стоят, конечно, копейки, но проще купить большой рулон, особенно если много нужно шлифовать. Но у всего есть как бы... своя цена, да, 850 рублей, она недаром столько стоит. Она достаточно слабенькая. И я думаю, что много ей не пошлифуешь. Регулировки оборотов нет. По крайней мере, вот я сейчас покажу. Я шлифовал, так сказать, сбивал ворс после покраски. Ну, она достаточно нормально справилась с этой задачей. 120-я наждачка сейчас стоит здесь. Если не... Да, 120-я. Если не сбивает память. Вот, но тем не менее. То есть... что-то прям такое кардинальное вышлифовывать, возможно, у вас ей не получится. Но доводить косметику вполне. Еще раз повторю, эта хрень стоит 850 рублей. Ну, стоило. Возможно, у вас это будет другая цена. Кстати, я замечал, что вот эти все маркетплейсы, тот же Озон, цены разные у разных пользователей. Мы так с женой мониторили матрас для малыша в кроватку, и у нее он стоил дешевле, чем у меня. Поэтому, и у нее в приложении, я имею в виду, на ее телефоне он стоил дешевле на 1000 рублей. А в моем он стоил дороже на 1000 рублей. Как выяснилось, лишь потому, что она много покупала ерунды детской, а я, естественно, ее не покупал. Короче, вот это все хитрые, блин, алгоритмы. Ну, что можно сказать про нее? Я думаю, что тут самое дешевое, это самое дешманское все вообще. И здесь даже ничего особо описывать не нужно. Естественно, китайская, блин, ну, по-другому никак, Deco это все китайское, я ими ни разу еще не пользовался, я пытался с ними запартнериться, чтобы они мне дали что-то на обзор, именно бесплатно на обзор, но они, кстати, очень странно себя ведут в этом отношении. Вот, скорость холостого хода якобы 11 тысяч оборотов. Из поставки только коробка и сама вот машинка, ну и пачка, кстати, вот неплохая такая пачка сменных, естественно, шкурок, начиная от 80-й, почему-то они лежат просто по через бутербродом, начиная от 80-ка, 80-ка, сотка и 120-ка, как бы вот так. 250 ватт мощности, ну, мне кажется, что на самом деле завышено, и все гораздо ниже. Ничего здесь супер гениального нет. Ну, как бы единственное, естественно, есть выход для пылесоса. Я не пользовался им. Есть стопор, или как, не стопор, а чтобы заклинить кнопку. Вот, кнопка заклинивается. Ну и просто, естественно, самое главное, что вот из-за чего я ее и купил. Так бы, если бы вот не было этих зажимов, я бы ее не купил вовсе. Это то, что можно зажимать просто рулон. О чем я говорил? Вот у меня есть вот такой вот рулон 80-ки.
Это с большой шлифмашиной, с роторной. Вот. И сейчас попробуем замандырить вот эту вот штуку вот сюда. Итак, я думаю, все максимально понятно. Нам нужно просто поставить вот таким вот образом, соответственно, с запасом, и отрезать или оторвать, как будет удобнее. Пробуем. Сейчас я прям нормально жирно отрезал. Раз, вставили. Зажали. Поднатянули. Единственное, конечно, да, косяк, что нет натяжителя, как, допустим, каких-нибудь других. Но, тем не менее, вот оно установилось. Сейчас попробуем ей пошлифовать. Я взял для примера вот такой вот склеенный пирог. Здесь ясень, береза, крогач и 80-я наждачка. Короче, в любом случае нужно брать, возможно, на другой основе, чуть более помягче бумагу. Эта бумага прям дубовая, она вылетает. Но, тем не менее, оно шлифует, как бы там что ни было. Но, опять же, повторю, эта хрень стоит 850 рублей. Или стоила. И она достаточно слабенькая, в любом случае. Опять же, повторю, было интересно рассказать, показать. Вы делаете выводы сами. Я думаю, что это все равно приятно, что есть вот такая вот хреновина, которая стоит копейки по факту. Это реально копейки на сегодняшний день, потому что инструмент все, блин, безумно дорожает. Спасибо китайцам. Для хоббийного инструмента, для хоббийного инструмента, либо инструмента просто для дома, где ты будешь там 2-3 раза в год им елозить что-то, это вполне себе вот так. Я не очень люблю людей, которые прям сильно-сильно елозивают на промышленный инструмент, то есть у каждого же производителя, у дорогого производителя есть хоббийные, то есть домашние, бытовые, да, приборы, и приборы с более высоким ресурсом, это, допустим, как у того же Bosch, у того же Milwaukee, у той же Makita, у них есть вот эти два, получается, два раздела, бытовой и промышленный. Промышленный стоит вообще конских денег. К примеру, самый недавний, самый простой пример, это вот я смотрел эти шуруповерты Milwaukee, импакты, ну они стоят там от 25 тысяч рублей. Я бы никогда себе, наверное, сам бы не стал бы покупать такой шуруповерт. Я понимаю, что он классный, удобный, очень-очень мощный, и закрутит любой винт там за 2 секунды, но цена и качество, оно не всегда совпадает. Самая главная нужность. Поэтому вот такой вот. Я за дешевый инструмент, если ты им собираешься что-то тут, блин, ковырять, не в промышленных масштабах. Так что так. Спасибо, что меня посмотрели. Повторю, ссылочки на данный инструмент будут в комментарии. Кому интересно, заходите, смотрите. Ссылочки оставлю по возможности и на Озон, но, скорее всего, все это будет на Алиэкспресс. Спасибо большое и пока.